В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Первый пошел. В Рио губернатора Мурманской области принял отставку главы регионального Минздрава. Десять дней на решение дорожного вопроса. Депутаты обратились в администрацию Кандалакши. На повестке дня бюджет, казна города пополнилась почти на 0,3 миллиона рублей. Куда направят средства? Министр здравоохранения Мурманской области больше не работает в правительстве региона. Сегодня Валерий Перетрухин решил уйти в отставку. В Рио губернатора Мурманской области поддержал решение главного медика региона. С самого утра новость о грядущей отставке министра здравоохранения тиражировалась рядом областных СМИ, которые сообщали о грядущей отставке Валерия Перетрухина, ссылаясь на свои источники в региональном правительстве. Подтверждение появилось лишь к обеду. В Рио губернатора Мурманской области сообщил о кадровых перестановках на своей странице в Фейсбуке. По словам Андрея Чибиса, который накануне побывал в одной из мурманских поликлиник, в Заполярье с медициной беда. Именно поэтому он практически сразу принял отставку Перетрухина. Решение в Рио губернатора Мурманской области на этот счет северяне восприняли достаточно позитивно. Очередное заседание городского совета, прошедшее сегодня, получилось достаточно насыщенным. Депутаты рассмотрели поправки в бюджет, утвердили изменения в правила землепользования. О многомиллионных поступлениях в бюджет депутатам доложила представитель финансового сектора. Средства целевые, почти 22 миллиона рублей, направят на ремонт городских дорог. Еще миллион – субсидии из области на выполнение работ по реконструкции детской площадки за Дворцом культуры «Металлург». Чуть больше 1,5 миллиона рублей поступило в казну из внебюджетных источников. Их потратят на разработку проектно-сметной документации капитального ремонта стадиона Дворца спорта. Как было заявлено сегодня, этот объект уже давно требует внимание. Будущим летом там начнется работа по укладке нового футбольного поля и беговых дорожек. На сегодняшний день готовится заключение по геологическим и геодезическим изысканиям. Сами работы проведены в этом месяце. В апреле мы планируем заключить договор на изготовление проектно-сметной документации для того, чтобы в мае выйти уже на заключение договора на реконструкцию стадиона, укладку современного покрытия для футбольного поля или атлетических дорог, дорожек. По федеральной программе мы получаем данный комплект оборудования от региона. Помимо этого, в местном бюджете предусмотрена муниципальная преференция в виде предоставления субсидий управляющим компаниям и ТСЖ. Средства направят на выполнение работ по оснащению домов на улице Фрунзе тепловыми узлами. Это позволит обеспечить подключение многоэтажек к 21-й котельной, которая, как ожидается, займется теплоснабжением микрорайона «Военный городок». Также в ходе сегодняшнего заседания были внесены поправки в правила землепользования. Поступило обращение от прихода церкви Святого Иоанна Предтечи в городе Кандалакши о необходимости внесения изменений в правила землепользования застройки. Церковь имеет предварительные намерения о строительстве воскресной школы и приходского дома рядом с уже существующей церковью на улице Ленина. Но в настоящее время строительство ни воскресной школы, ни приходского дома невозможно в связи с тем, что это дом зона индивидуальных жилых домов. Чуть ранее изменения в правила землепользования были вынесены на общественное обсуждение. Они проходили в период с 26 декабря 2018 года по 28 февраля текущего года. Заключение экспертов положительное. Сегодня решением совета границы территориальной зоны размещения культовых зданий на улице Линейная увеличены за счет уменьшения зоны жилой застройки. Обсуждением лишь озвученных выше вопросов депутаты не ограничились. В разделе «Разное» было рассмотрено обращение городского совета к администрации города. Тема депутатского обращения – дороги и их содержание. Как было заявлено сегодня на заседании, выполняется ненадлежащим образом. Несмотря на принимаемые меры, в том числе и кадровые, ситуация к лучшему не меняется. Ситуация усугубляется наступлением весны, сменой температур и таянием снега. Как показывает практика, ни кадровые перестановки, ни штрафные санкции кардинально проблему не решили. Более того, на сегодняшний день подрядчик ООО КПК обратился в администрацию с просьбой о добровольном расторжении контракта.
В таком случае, по мнению депутатов городского совета, необходимо незамедлительно принимать меры по поиску других подрядчиков, либо решать вопрос о создании своей муниципальной службы, готовой заняться содержанием транспортных артерий Кандалакши. Последний вариант менее жизнеспособный, поскольку вряд ли и без того дефицитный бюджет города сможет потянуть свою собственную дорожную службу. Не оставили без внимания депутаты и деятельность управляющих компаний. Также жители Кандалакши указывают на систематические случаи недобросовестного исполнения обязанностей по уборке придомовых территорий управляющими организациями. Местами снег не убирается вовсе, а там, где убирается, создаются валы, загромождающие территорию, ограничивающие видимость и передвижение автотранспорта. На то, чтобы разработать и предложить свои решения проблемы, администрации Кандалакши отведено всего 10 дней. Антикризисный план от Владимира Задворных депутаты ждут к 5 апреля. В памяти выдающегося конструктора в Кандалакши состоялись соревнования по сборке и разборке автомата. Мероприятие приурочено к столетию Михаила Калашникова. 100 лет со дня рождения выдающегося конструктора в нашей стране отметят в ноябре 2019 года. До этого момента в разных уголках страны будут организованы отборочные этапы всероссийских соревнований по сборке автомата АК. Сначала этап муниципальный, победитель которого отправится выступать на региональном уровне. К слову, Кандалакша стала первым городом в нашей области, где уже проведен свой местный отбор. В данном мероприятии принимает участие около 150 человек, как юношей, так и девушек. Это представители Кандалакшского индустриального колледжа, Кандалакшских общеобразовательных учреждений и детско-юношеского центра «Ровесник». В мероприятии помогают судить представители военного комиссариата Кандалакшского района, а также представители пункта отбора на военную службу. Пока рекордов нет, но в общем-то результаты проходят довольно-таки неплохо. В Мурманске такое мероприятие проводится, городской чемпионат проводится уже 3 года. Вот. Результаты хорошие, в общем-то ребята показывают. Ну, здесь тяжело сказать, но в принципе я сужу вслепую сборку-разборку. В принципе, неплохие, довольно-таки неплохие результаты. И ребята, и девчонки показывают, что, в общем-то, не готовились. Как отмечают организаторы, интерес к такого рода состязаниям у кандалакшской молодежи растет. Нередко конкуренцию мальчишкам составляют девчонки. Я разбираю автомат не впервые, мне очень нравится. Я посещаю школу мужества, и вообще мне нравится собирать и разбирать автомат. Думаю, да, в армии пригодится. Участников соревнований разделили на 8 возрастных категорий. В каждой свои лидеры и свои рекорды. До общероссийского 10 секунд, правда, никто не дотянул, но зато есть к чему стремиться. Лучший результат среди юношей в возрасте от 13 до 15 лет – 26 секунд. Ребята в возрасте от 18 до 30 лет показали результат, равный 28 секундам. Это лучшее время. Рекорд девчонок – 39 секунд. Именно столько времени понадобилось школьницам на выполнение задач по неполной разборке и разборке автомата. И это все, о чем мы успеваем вам рассказать сегодня. Далее вас ждет короткий блок коммерческой информации и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь до завтра. Не пропустите, в 7 вечера на ТНТ-4 «Пульс города». Всего вам доброго и до встречи.